большой привет, друзья! Мы с Гэтсби вот сидим дома, балбесничаем, самый хороший. Думаем, чем бы нам таким заняться, как же нам порадовать вас? И пришла в голову такая идея, почему бы не показать архивные видео, которые были сняты на момент какого? 2013 года. Гэтсби еще был тогда совсем маленький, этих видео нет на моем канале. И, возможно, вам будет интересно посмотреть. И единственное, конечно, что мне хочется вам сказать, чтобы вы не обращали внимания на качество видео, они сняты вообще в вертикальном положении. Здесь Гэтсби примерно 4,5 месяца. Посмотрите, какого он окраса. Такой пепельный цвет. Грызет свою грязилку, лежит на пеленке рядом с мисочкой. А это самый первый домик, который я купила для Гэтсби, когда он у меня только появился. Он ему очень нравился, он сидел в нем, по-моему, целыми днями. Здесь Гэтсби примерно 5-6 месяцев, прекрасно помню этот момент, я привязала ленту от подарка к стульчику на кухне, и он пытался разгрызть узелочки. На самом деле, когда щенок маленький, чтобы он не грыз обувь, какие-то предметы мебели, им нужно заниматься, придумывать какие-то занятия, чтобы собака могла заняться полезным для себя делом, поточить зубки, переключить внимание, и в то же время ваша мебель и все остальные вещи были в сохранности. Обратите внимание, как сильно здесь текут у Гэтсби глаза, это как раз был период смены зубов. Это одна из наших первых прогулок. В парке Гэтсби выглядел очень смешным, у него была пушистая голова и абсолютно облезлое тельце, малюсенький хвостик. Поставили Гэтсби на пенек, а он сам боится с него спрыгнуть. На, Гэтсби, ты боишься спрыгнуть? Боишься, конечно. Гэтсби, садись на пенек. Что ты на меня смотришь, собака? Что ты смотришь? Ну? Хорошая собака. А это лето, и Гэтсби впервые попал за город на дачу. Мы его отпустили с поводка, до этого без поводка на улице он никогда не гулял, поэтому здесь он оторвался по полной программе, носился по участку. Самое ужасное для меня было то, что я обнаружила, что он вытаскивает из земли слизняков и глотает их. Потом, когда мы попали к врачу, нам вырывали зубки молочные, я даже стала спрашивать у врача, почему так происходит. Доктор сказал, что, видимо, собака так пытается добыть себе белок. Ты замерз, да? Ты ножки в мои тапочки засунул. Засунул ножки в тапочки. Да, тепло тебе? Тебе тепло? Конечно, тепло, маленький. Вы видите, что в детстве Гэтсби был не так прекрасен, как он уже стал выглядеть в более таком взрослом возрасте, поэтому не переживайте, если ваши собаки сейчас находятся в подростковом возрасте, у них период линьки, они облезлые, текут глазки, не обращайте на это внимания, знайте, что этот период пройдет, и ваши собаки станут красивыми. Всем большое спасибо за просмотр и отличных выходных, друзья!